Три. Всем привет, с вами Марс. Эй, сволочь, он опять разделся. Черт! Какой ужас! Мне так лучше думается. Так, ладно, мы продолжаем проходить Starbound. Как вы видите, я скрафтил экстрактор мозгов. Что-то вроде пистолета, я не знаю. Я случайно выстрелил Вейва, ну и как вы видите, ну, вот что с ним случилось. Так что лучше не экспериментировать с этой штукой. Так, я собрал достаточно топлива, я в одиночку, подчеркиваю, он тут ни при чем. Так. Вообще? Совсем. Вообще ни при чем. Так, и мы полетим... Куда мы полетим? Стоп, подожди, мы никуда не полетим, пока я не скрафчу себе доспех. Мы никуда не полетим, ты меня понял? Все. Так, с чего бы? Так... Нормально. Кстати, ну-ка, так и гляну, что там можно крафтить-то. Стальной лук это уже есть, потом... Экстрактор мозгов, вот что-то скрафтил. Стальной лук у тебя есть? А, у тебя нет. Есть стальной лук? Не-не-не, я просто перепутал. Это как железный лук. Все нормально. Подожди, опечатка по фразе. Угу, напечатка. Маленькая совсем. Я уже думал. Так, то можно маску сделать, классно, классно. Короче... Маска, что она делает-то? Все, я готов лететь. А что это за значок энергии? Ты не в курсе? Это такой типа, зелененький. Видишь, у тебя зеленая шкала под здоровье. А, энергию сохранить или жрет наоборот? Ну, оно больше ее тебе ее добавляет. Больше, как это как стамина. Кстати, полетели в бета-сектор. Пускай нет, ты помучишься. Плохая. Чего? Че, бета-сектор? Зачем мне мучиться? Или у тебя броня? У меня броня. А ты думал? Я брутальная обезьянка, мне можно. А давай, думал? Я покажу, что такое дедовский способ. То есть ты нашел дробовик, я подозреваю, да? Да нет. Нет? Как же ты собрался дедовский способ и без дробовика? Короче, мы летим. Кулаки! Как там говорят в этих пафосных фильмах про космос? Бесконечность не придет! Нет, я убегаю назад. Ладно. Все. Какого хрена, где мы оказались? О, черти страшно. Кстати, можешь выпрыгнуть с корабля, посмотрим, что. Нет, я уж посплю. В твоей кроватке. Черт, я забыл, я должен был ее спалить. Теперь она моя. А, ты не можешь ее спалить, пока я тут. Я? Я могу. Я все могу. Так, что-то мы долго летим. Чё-то я долго с закрытыми глазами. Так. А я бы походу прилетел. Так, где мы? Мы, таймер. Мы таймер! Мы таймер! Ты таймер забыл тим. Включить. Опять. А тут смотри, как классно. Итак, мы в бета-секторе. Ты сказал, там холодно или нет? Там не холодно, я специально выбирал лес. Чтобы... Мы могли отсюда. Значит, будем охотиться! Да как... это прям голодные игры начались. Не спеши лучше. Лучше не спеши. Шать! Shut the fuck up! Оу! Какие они тут агрессивные! Точный выстрел. Че такое? Точный выстрел! Совсем я тут ни при чем, короче. Вообще! Тут значит я такой все делаю, а он. Тут... Он, иди с этим рогатым. Так, что тут? Бронет не добавляет. А, не добавляет КП. Все, значит, пришпандориваем. А что ты там нашел? Так, не знаю. Он мирный. Фу, дыши, дыши. Он так, мирный. Ладно, копаем. Угля много, кстати. Угу. И смотри, тут справа. Так, это погоди-ка, это вот... Это не картинка? Нет. Так, это что у нас тогда? Мы покопаем. Это трава. Кусок говна, не трава. Это трава. Она просто застряла в текстуре. Я тебя огорчу. Там ничего полезного. О, кстати, а что будет, если я пистолетом выстрелю в эту? Воу! Ты понял? Ты по... Вообще, ты смотри. Ты смотри, как я его насилую просто. Ой. Да, радиус тут, конечно, зашкаливает. Огромный радиус. Сейчас, подожди. Сейчас зарядится. Еее! Мозг. Еее, мозг. Да, я поднял с него мозг. Еее, какой есть мозг? Птичка добрая. Неразвитый мозг, черт!
Надо. Надо разумного, что ли? Угу. Так, подожди, я в тебя уже стрелял, ты не подойдешь. Нет, я свой мозг тебе не дам. Так я забыл спросить, знаешь, я пистолетом отберу. У меня есть оружие специально для. Оружие — это аргумент в любой ситуации. Так почему нет? О! Это что такое? Я не знаю. Черная дыра, короче, я пошел. Так, ладно, я попробую миско с ним взять. Может, оно особенное будет? Воу, подожди, он какой-то сильный. Он очень какой-то неуязвимый. Нет, тебе показалось. Но он сильный довольно. Хорошо, что у меня пушка хорошая. Так, ладно, сейчас надо побольше железа мне залутать. Ох, я чувствую, кто-то умирать будет. Да, все нормально будет. Я чувствую это. Жопы чувствую. Жопы вообще-то чувствую другое, но тем не менее. Да, все нормально. Видишь, как все идеально, у меня лицо довольное. Ну, это пока что. По такому лицу брутальному. А, кстати, у тебя лицо довольное, потому что я у тебя мозг извлек. А, кстати, заметил деревья шипами? Да, деревья шипами. Кстати, посмотри на задний фон. Мозги? Да, мозги. Brains. Brain. Да это прям полностью сезон начинается. Короче, я хочу найти цивилизацию. Опс, я в кого-то попал. Ты попал, я вообще в шоке, ты как Робин Гуд. Да, я стрела. Вообще же тебе говорю. Стрела с неба. Зря. Черная стрела. А, черная дыра. Черная стрела. Мать его так. Да я Тор вообще. Да это не ты, я тебе. Так, хочу. Кстати, да. Держи чуточку подальше, потому что эти пиксели хочешь получить побольше. Так, о, золото. Ну а ты тут пока сам, а я вот тут. Короче, мы забыли одну очень важную вещь. Какую? Сделать медные кирки. Эй. Ну, ладно, я себе скрафтил броню, но тем не менее. Да, тут отчетливо видно, что ты... Баба. Заметь. Что? Ну, смотри, у тебя выпирает. Я как Дарт Вейдер, это коробка жизнеобеспечения. Да будет так. Не, ну вы... О, капец. Публично. Оскорблять, это какой-то ужас. Ну, допустим, у меня живот не могу выпирать, все нормально. Ты сомневаешься в моем детородном органе? На, посмотри. Черт, его нету, ладно. А да? Не важно. Прикольненько. Не важно. У нас там все нормально, да? Кстати, вот насчет дробовика, видишь, похоже. Ну да, есть немного. Так, ладно, я пойду там еще чем поищу. Тут уголь есть. Эти олени оказываются мирными. Блин, так там. Если бы у меня был такой вид, я бы не был мирным. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ни хрена ж, себе пол хп снесло и ушло. Что это было? Да я тут еще сейчас драться. Ой-ой-ой-ой, не-не-не. Добро пожаловать в бета-сектор. А, ты босса нашел, да? Нет. Нет? Обычного? А ты самая маленькая няшная зверюга, которая сейчас сдохнет. Я нашел платину. А я нашел смерть на этой планете. Ну, я говорил, кто-то будет умирать. Так. Нет, пожалуй, я гляну. Так, как, чё, броню собирать? Может, чё-то не все скрафчу? Надеюсь, у меня все хватит. Так, чё это такое? Руки робота? А, ну это вот та штука, которую мы хотим собрать. Воу! Я нашел цивилизейшн. Ну, я не уверен, что это цивилизейшн. Это, скорее всего, что-то вроде данжа какого-то. Ну, ты давай, догоняй меня. А то опять все призы мне достанутся. Материальный блок. Я тебе говорил, вот это за робота. Короче. А вот, серебряный слиток, 35 штук надо. Все, охота за серебром. Я нашел зеленый капсул. У тебя она хотела чуть полутать. Я думал, это мой корабль. Он похозяин чуть-чуть, оказывается, нет. Вспомнил. Так, ладно, я бегу к тебе. Господи Иисусе, как тут их много. Слышишь, давай как-то бодрее там. Угу.
Что это вообще такое? Это королевство жаб, тупо, я не знаю. Тут очень много псов, и тут жаба. Сейчас эти жабы сдохнут. Подожди, может они не агрессивны? Возможно. Но... Всё-таки. Так. Ты давай, бодрее. Да, я вообще бодрый самый тут. Бегу такой, значит. Так. Легким бегом. Кстати, ты тут золото. Не золото. Да, оставься. Ты думаешь, мне жалко, что ли? Вообще. Так. Давай, 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 дед. Я тебя не наблюдаю. Я тут. То есть, тут. Я уже бегу. А в каком? Ты, может, рубашку оденешь, нет? Или это для слабаков? Да, это вообще... Ну, как кто надевает рубашку? Ну, вообще, как это может быть? Ну, кстати, правильно. Да, насчет... Баба ты или мужик? Может, снимешь рубашку? Побьем. Будет прикольно. Да. Я не буду опускаться до вашего уровня. Не бей! Не бей! Просто давай медленно, плавненько подойдем. Здрасте. Плавненько, не бей. А, она торгуется. Торгуется? О, бомб. Да, под серебряную кирку за 250 пикселей. Да ну я уже. Потом. Бомбы кстати, Ойла Латерн, я могу продать ей. Че ты можешь продать? Ну, если она. Может ей торговаться. Ну, не знаю. Бомба. О, бомбочки. Бомбочки. Маленькие. X5 и 15. Ну, хотя нахрен они мне нужны. А, так, они же не будут, наверное, не ругаться, бей. Если. Нет. Тут немножечко поправить. Вообще, ладно. Смотри, как я шкуру сниму еще, ну. Ну как так, ну трофей еще, ну. Не, кстати, трофей хороший, я себе хочу на корабле повесить. А, ну вот. Так. Ну, я тебе предлагаю, знаешь что, поступить по кодексу космических захватчиков. Ты предлагаешь уничтожить бедную жабу, которая всего лишь пытается нам что-то втюрить. Да, у которой тысяча щенков, которые... Тысяча собак, у каждой собачки есть по два щенка, которые... Тор! Да ты ёб твою мать, может не так быстро это все надо было делать? А, упс. Дай-ка угадаю. Оно еще живо. Она бессмертна. Чёрт! И одна проблема, то, что все пиксели опять достались мне. Сколько? 115. У тебя сейчас 115 пикселей? Добавилось. Ладно, неважно. Ты чё, в следующий раз все будет нормально. Кстати, дай мне лидера группы. Так. А, вот так вот. Так, сейчас проверим, кто будет хостить. Если я, то все нормально. Блин, это жаба, она бессмертна, оказывается. Но я этого торговца не знал, я его не видел никогда. Хотя я довольно плотно играл в Starbound. О, кстати, иди сюда, я гриба нашел. Иду. По хардкору прокопал себе путь, прям прогрыз. Так, ты наверх или вниз пошел? А. Я... Подожди, стой, спокойно, спокойно. Здорово, гриб, здорово. Не подходим к нему, не подходим, не подходим. Выйди. Уже добрый. Какая разница, мне мозг его нужен. А. Не бей, не бей. Все, сейчас будет. Но если вот дамочка захочет подраться... Эй, халуп, да. Я буду ее отыкать. А я его сейчас херакси. Чё, как оно, как оно, как оно, чувак? Еще надержи. Знаешь, мне немного его жаль. Нет, не пишу. Мы космические захватчики, нам не стоит. Как-то очень хорошо работает твоя пушечка. Я прям... знаю, но тем не менее лучше пока нет. А может его немножечко... Нет, я его убью с одного потом... удара. Я его убью с одного удара. Да, очень увлекательно, конечно. Ага. Я извлекаюсь. А может ты подвижешь, когда у тебя накопится стамина? Какая разница, все равно побольше. Стамина на один выстрел хватает. Ну, на два максимум.
Да хорош. Это все. Да ради науки, да. Все ради науки. Да сдохни ты в жену. Yes, я убил. А, как тебе сказать, с него ничего не выпало. Да ты задрал, скотина, махать своим мечом. 40 пикселей. О, что это такое? А я не знаю, пошли прыгать. Не надо. Вот почему меня никто не слушает? А ты видел, как птички на меня смотрели? Подожди, прям почему меня никто не послушает? Вот почему? Вот... Я был жив, ты когда бежал. Жив. Это подстава. Да. Меня просто кинули под конец, меня там дожидались. Заказное убийство, нет. Там что-то на дне есть, кстати. Нельзя никому доверять. Там что-то есть. Какие-то макаки хотели меня убить. Тебя? Зачем? Я их найду. Капец, у него походу паранойя начала. Так, что это у меня? Сэплинг, опять какой-то цветок. Откуда они еще берутся? Кто? Цветочки. Когда ты рубишь дерево. Прикольно. Короче, я очень хочу знать, что это такое. Но я тут трофеи свои разложу. Ты бы видел, как я сейчас играю со смертью. Думаю, что прикольно. Да не очень. В принципе, идея хорошая. Упс. Я тут немножко у себя поломал. Кораблик. У себя? Ну чё, да, сейчас починю. Надеюсь, что у себя, а не у меня. Отличная идея! Нет, не очень отличная. Тебя же все равно нету, реально. Не надо. Все равно никто не заметит. Не надо этого делать. Хорошо. Так, но если не надо, значит надо. Кстати, у тебя там шкурка есть, повесь-ка ее. А, я ее повесил. А, прикольно. Только одна, правда, надо побольше бы добыть. Так, знаешь, у меня... Тебе бы лучше это все видеть. А что там? Там сейчас будет, не знаю, будет очень все весело. Полная жопа или что-то веселое? Badass. Так, все. Плохая жопа. Короче, я спускаю лаву. Лаву? Лаву. Она разве чем-то мешала? Она тебя убила, я там стил. Ой-о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 й-
удара. Ты думаешь, я знал? Нет. Вот и все, ты получил ответ на свой вопрос. Да ничего, я с ним общий язык нашел, они просто меня спутали с другими макаками. Короче, я продолжаю спускать лаву. Я продолжаю бежать тебе. Кстати, насчет одежды, надо ее надеть, холодно ведь. Мне тут тепло, я с лавой играюсь. Так, погоди-ка, тут ночью что ли? Да, тут ночью. Вообще тепло. То есть. На той планете, помнишь? Ой. Хоть с одежды, хоть ты без одежды, ночью холодно. Ну, в принципе. Вот, а здесь нет. Здесь с одеждой полностью, если одеться, все нормально. Теплое. Я лаву спустил. Как? Почему? Там не было лавы! Оу, кто-то умер. Неважно. Это был баг. Конечно. Это был баг, ты посмотришь потом мою серию. Да, конечно, это баг. У меня тоже был баг, я тоже добежал, но у меня... Ты умирал 253 тысячи раз, не надо мне тут про баги рассказывать. Это все баги, чувак. Ну, как так? Ну, бета все такое, ну... С кем не бывает. А в какую сторону вы шли-то? Вправо. Вправо, конечно, вправо. Мало, здорово, лягушка. Как дела? Ты лягушку уже нашел? Йо! Да? Это чё такое? Это чё за хрень? Имеешь в виду этих снежных дружков? Беленьких, да? Беленьких, да! Беленьких! Беленьких и чёрненьких! В жопу их нафиг! Они весьма добрые! Самое опалай! Они весьма опасны! Скажи что-то, Ива.
они тебя сразу пропустят. О, господи! Это просто разрыв жопы во всех местах. Кошмар. Нет, я больше не пойду на ту планету, она конченая. Так, ну я попробую обойти ее. Как ты выжил? Я такой вопрос еще. А, с медведем? Вот нет, не с медведем. Там был такой, что плюется такой зеленой волной. Походу, она меня и убила, когда через лаву проходил. Чё там? Чё там? Ну, блин, надо попробовать в любом случае. Я умру, конечно. Так, ты походу в котлован, да, упал? Или ты в него спускался? Я спустился вниз. Я там подкоп делал, спустил лаву. А что там было внизу? Ну, я умер. Я не успел. А, там нет ничего? Значит, пошел. Там нет ничего? Ну, я не знаю. Ну, о, пиксели. Тут пиксели. 87 пикселей ты мне оставил. Спасибо, кстати. У меня 79 пикселей всего. Так. Тут какая-то гейсер. Чё? За гейсер. Ну, понимаешь, гейзер, но тут не... Чё-то просто, чё-то подорвало, гейсер называется. Может, то гейсер? Ну да, именно. Ну, сэр гей, типа. А. Серёгу ты нашёл, я не умел. Я куда-то упал. Так, ну... Как-то тут... Кто-то тут ворчит. Make us whole. Ебать, ты... Что ты такое? Что? Боль. Я медь чуть-чуть тут покромсаю, все такое. Тоже хорошая вещь. Неплохо. Боль. Ладно. О, еще пиксели. Черт. Ладно, вот, в прошлой серии ты умирал, это я чуть-чуть поумираю. Да, поменялись местами. Ничего страшного. А у меня вообще тут ничего нет, кстати, если сейчас как у тебя. Ёшкин кот, тут столько серебра! Так, ну чую жопу, я сейчас броню буду делать. Да, я чувствую, я буду умирать, кстати. Такая есть что-то. Теперь я крафчу. Теперь что-то такое, знаешь, какое-то такое... Ну, это... скотина, ну ты посмотри, тут... Это карма. Да ну, уже по такую карму, дайте мне АК-47, я им покажу, кто тут гнал. Кстати, это что-то АК-47, тут есть она? Не уверен. Ну, что-то подобное. Ну, да. Подобное есть. Тут есть что-то подобное на Томми-ган. Томми-ган! Та-та-та-та-та-та-та-та-та! Да, только лазер. Ну, тем не менее. Тут какой-то... Буйвол. Буйвол. О, как он кричит-то, а? Большой? Ну, как олень. Рожи похож на тех чуть-чуть. Беленьких, добреньких. Не знаю. Существ няшных. Так. Так, что-то я не вижу. Я добываю или не добываю? Так, серебряная руда. Так, не, добываю. Но... Ладно, в жопу это. Так, погнали. Динозавр! Не-не-не-не! О, здрасте! Ау, йо-йо-йо-йо! Е-е-е, друзья, здорово! Здорово, здорово! Ого! Это друзей вообще завожу. Такое чувство, как будто тебя там насилуют. Честно, именно такие звуки где-то приблизительно ты издаешь. Бахун Мастером дали шанс теперь. По смертям. Но я выдержал эту планету, я ее просто... Хочешь медную броню? Да. Так, медный или серебряный лучше? Так, Нет, лучше вообще серебро. Так. Но тем не менее, я готов тебе уступить
медную броню. Хо-хо-хо. Ну давай, давай. Медная броня такое дело, прям. Там вообще. Должно быть все так. Прям. Прям вообще не знаю. Давай. Давай на корабль. Так, сейчас я тут себе все тут сделаю. Так красиво, прямо тут. Последний штрих. Блин! Ну. Блин, кроватку нельзя что ли тут поставить? Я хотел прям под шкурой прям кроватку. Вот. Дизайн, даже все дизайн, красота. Ну ладно. Здорово. Да. Все, дела? Ты сделал серебряную? Да, мед. Скидывай. Да, я сделал серебряную. Так, ага, та-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 
брони. Нормально. Нормально. Но. Хорошо, когда нормально. Ты смотри, когда вот так нормально. Чё? А потом нет. Еще вот так нормально. Все, я ушел. Это норма. Все, я ушел. Кстати, ну. О! О, да, 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 день! Да. Теперь можно жить. Так, ладно, я вошел к тебе на планету. Да, давай налево. Походу ты все-таки мужик. Давай налево. Потому что у меня тоже выпирает. Нихера. Прикольно, да? Да тут такие звери конченые эти. Ты еще, ты еще таких конченых не видел. Так, погоди-ка, я сейчас... Капец, как ты... Ух ты, привет. Так, это в моче планет. Твоя. Я просто лайк и босс, я не знаю. Видел, да что... я к тебе иду. Так, а, ты налево пошел. Справа тоже прикольненько было весьма. Я налево пошел. Так, ну я к тебе иду. Блин, на, блин, ме. Ой-ой-ё. Ме, да? Ме. Ме-ме. Ну чё, как? Зато 75 пикселей раздобыл. Да ёпт. Что ж такое? Почему мне с этих конченых зверей ничего не падает? Так. А тебе, кстати, прям тут... всё. Это случайность. Никакой магии вне Хогвартса. Твою мать, он притворился, короче, мирным, чтобы на меня напасть. Ты жив? Да. Хорошо. Все, я тут. Так, медь. Такая мразь уже, такая уже мразь. Так, ювелирненько, я тут все обработал. Сколько тут меди-то, а? Хорошо так. Прям магнат. Так, я хочу... Так, сейчас у нас золотая есть? Или алмазная броня? Не уверен насчет алмазной, но там самая крутая, это из какого-то темного металла, из, по-моему. Не помню. Но там рубиновая крутая тоже. Так, а вот в данном случае серебряная, еще какая золотая есть? Потом платиновая есть. Там, кстати, этот, тебя звали. Че? Да. Ну, вот там. Не уверен. Блин, оружие, где оно? Ха-ха, лошадник. Черт. А, кстати, возьми мясо. Значит, упал. Это не мясо. Чешуя. Я поднял, походу, технологию, нет? Доступны новые чертежи. Чего чертежи? Я охренею. Что ты получил? Не знаю, что я получил. Можно, это прикольная вещь. Сможет. Возможно, нет. Пиксели! Чёрт, он опять нашел пиксель. Да вам тоже привет! Знаешь, какой там патихард? Они вообще знают ток в вечеринках. Да? Ребята такие... Меня опять чуть не убили. А, меня убили. Да. Так, случайно там
шутили мы. Баги, да? Да, это вообще баги. Ну как без багов? Да баги? Это исправят, чё ты. Да вообще... Да это же всего лишь бета. Да конечно, кто так, ну не надо ругать бету, но... Я думаю, она в открытые пользования, ну как, не то что в открытые, в официальные, думаю, не выйдет, так как и Dota 2. Или Dota уже официально? Нет, Dota вышла, Dota, да. А, Dota уже вышла, чёрт, я думал она в вечном ОБТ, точнее ЗБТ. Потому что там же ключи присылали, да? Не, сначала покупаешь, потом тебе ключики присылали. Да? Ты покупал? Да. А потом ты эти ключики можешь хоть кому раздавать. Ты покупал? Не, мне дали. Мне тоже. Потом эти ключики начали продавать. Чёртова дыра. Потом я тоже собирался продать, но так и ни разу не продал. Да? Просто раздал. Да я так же как-то не особо. То есть, в принципе, как хотелось бы. Их за 500, там, 600 рублей продавали. Ну да. Вряд ли кто-то брал их, конечно. Я думаю, брали некоторые. Мы же брали? Думаю. Мне как-то побыл. Как? Боже, какие они психи! Чё там, ты говорил про карму, да? Да, это всё карма. Чё-то там поменялось, что-то, да? Вообще поменялось на одну там минуту. Так, ну ничего страшного, вообще. Нет, все нормально. Да все отлично. Видишь, все под контролем прям. Ну да. Кстати, насчет таймера. Я же поставил, да? Ты что? Да. Не поставил таймер? Не, поставил. Еще одна мэ. Мэ? Ну. Ага. Еще целая мэ. Ага. Целая аж мэ. Мэ-мэ. Эй. Черт, такая злобная планета, я тебе скажу. Да, смотри, какая она до. А добрую. А ночью вообще просто все няшки появляются. Угу. Самые красивые звери вылазят. Угу. Сейчас тут еще какая-то воинственная цивилизация будет, и вообще просто контролировать. Да, ёшкин кот, ой-ой-ой-ой-ой. Так, ты же не будешь на меня прыгать? Опа, подловил тебя. Подловил, ха, ой. Уу. Так. Чё, да, лови, отравляйся. Уу. А мы ещё можем толкаться. Пиксели. Получай кусок дерьма, это за то, что ты меня толкнул. Ой, пока, пацаны. Дайте мне хоть схавать бинты. Имейте совесть. Да зачем? Совесть имейте. Это нет! Бинты так. Для слабаков, так что ты давай так. Да вообще бинты, ну кто их одевает? Ну? Кто их одевает? Их никто не одевает. Кстати. Таймер! Да, потом. Отнимаем стекло. Да потом. Сейчас я тут серебро ношу. Так. А то совсем мост построил. Что еще раз? Ты себе построил? Мост такой, прыгнул и бжух его. Я другое услышал. Сам себе мост построил. Какой? What? Мозг. А, мозг, сам себе мозг. Ну да просто. Так, что это за няшное милое создание? Ну-ка посмотрим. Она добрая. Ну конечно, она добрая! Ну, как оно? Да, она добрая. Она тебя с одного удара убила, да? Вообще, да нет, о. Нет. Она ж мазала потом все так. Я там сопротивлялся вообще по полной. Ну, просто меня, понимаешь, нос причесался-то. Я понял. Ну ты боролся как этот. Ну как... я вообще там. Как тигр. Вау, да я как два тигра дрался. Ага. Кстати, насчет тигра, ты прошел Science Road 3? Ну, The Third. Да. Крыс там. Помнишь там этот? Миссия с тигром в машине. Да. Кстати, она этот... Закаляем. Блин, из какого-то фильма была, только не помню какого. Фильма? Ну вот это не знаю. А еще эта сцена была в Мальчишне Вегасе. Ну да, это да. Угу. Но я сначала игру прошел, а потом фильм смотрел. Да. Я вот не помню, что я первый делал. Ну блин, прикольная игрушка. Вообще ее тоже можно, в принципе, по сети поиграть.
такой сплошной туда. Беспредел. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту. Не, ну тебе под корабль надо какую-то, не знаю, китайскую цивилизацию найти. Ну, и просто у них что-нибудь там стыбзить. Японскую не надо. Японскую. Так, надо или японскую, так. Ну чё, будем заканчивать? Я нашел цивилизацию. Да, давай закончим, кстати. На этой позитивной ноте. Вообще позитивное. Да, я не уверен, что это такое, но тут, походу, живут эти человеки-растения. 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 Давай прощаться. Да, давай. Так, всем спасибо за просмотр. С вами был Марс Ейв. Мы продолжим играть в Starbound, продолжим радовать вас новыми сериями. И вот такими вот идиотскими посиденьками. Так. Это да. Ладно, всем пока, подписывайтесь на наши каналы. До новых видео. Всем пока. Пока.